Сноуборды и горные лыжи в самом центре Челябинска. На набережной реки Миасс установили трамплины для любителей и ценителей экстремального отдыха. Все подробности у Владимира Сераухова. 7 КАМАЗов снега ушло на то, чтобы превратить гранитную набережную в горнолыжную трассу, а местных бордеров и лыжников в участников соревнования. Последние 4-5 лет такого вообще не было. Здесь были какие-то соревнования на этом месте, но здесь стояло всего 2 фигуры, и ничего подобного, как сейчас построено, никогда в Челябинске не было. То есть своего рода это уникальное событие по архитектуре парка. Пока экстремалы делали корк, родео или фронт-флип, за их трюками заинтересованно наблюдали случайные прохожие. Я хоть сам не катаюсь, но ребята исполняют, я даже само появилось желание встать на доску, то есть попробовать себя. Вот я вот за последние годы, например, не помню, чтобы там столько мероприятий, то есть велорайды, вот, различные фесты и так далее. То есть очень-очень здорово. Борьба шла в 5 категориях. Показать себя могли и девушки, и дети. Самому младшему участнику едва исполнилось 6. После выступлений новичков в бой вступили опытные бордеры и лыжники-ньюскульщики. Они в основном пришли сюда не за местами на пьедестале, а просто покататься в свое удовольствие. Сноуборд меняет жизнь человека полностью. Сейчас я в этом абсолютно уверен. Зимой очень сложно жить, потому что все выходные обычно проходят на горе или на подобных мероприятиях. Горнолыжный оазис посреди города планируют сохранить до марта. В следующем сезоне соорудить площадку пораньше и использовать всю зиму. Владимир Сераухов, Александр Андреев-Шагов, СТС, Челябинск.